Лауреат года Республики Карелия Анна Лопаткина. Благотворительный фонд «Живой город», одним из учредителей которого является Анна Валерьевна, сейчас ведет работу по сбору помощи мобилизованным и членам их семей, а также по сбору средств для поддержки участников специальной военной операции. С марта на счет фонда «Живой город» поступило более 100 миллионов рублей. На собранные средства для нужд мобилизованных и добровольцев из Карелии приобрели и передали необходимое на сумму более 75 миллионов рублей. Это дизельные генераторы, канистры для бензина, лопаты, топоры, пилы, теплая одежда, сапоги, спальники, печи и вода. То, что значится в заявках командиров частей. Когда в последний раз вот у нас было 180 там, адресных посылок, и люди видели, что с трудом мы вмещали 20-тонную машину, она вся была в необходимых продуктах, вещах для мобилизованных, они говорят, ну... Пусть кто-то теперь скажет, да, что Карелия не помогает. Это нужно и важно увидеть своими глазами. Обустройство быта солдат, находящихся в зоне специальной военной операции или направляющихся туда, взяли на себя регионы. Средства на специальный счет благотворительного фонда «Живой город» перечисляют и предприятия республики.